Всем привет, ребятки! Ну что ж, давайте поиграем за Эль Прима. Круговой каньончик. Будем прокачивать Эль Примо. Мы открыли Эль Примо. Недавно совсем. И теперь будем прокачивать. Так, а ну-ка смотрим, давайте сюда пойдем. Давайте. Открываем быстренько. Сундучок. Так, есть, открыли. Дальше идем. Нам задача такая. Чем больше сундуков мы откроем, тем больше у нас будет силы, здоровья. Есть. Дальше идем. Где-то здесь будет много... А, динамайк, смотри, балуется. Балуется динамайк. Так, этого орла мы сейчас зафигачим. Орла... А, нет, ладно. Убежал орел. Ладно, фиг с ним. Так, давайте здесь подождем. Ой, как-то что-то... Что-то орлов много, я смотрю. Алло. Орлов. Тихо, динамайк, а ну не шуткуй. Мне нужно вкусняшку съесть. Так, орел ходит, ладно. А, он там этот, играет с этим. А, он убил кого-то. А динамайка убил, что, нифига себе. Ой, а что у нас это, получается, орлы здесь? Появилось много орлов. О, вкусняшка, ребята, я сейчас съем вкусняшку. И пойду убью какого-нибудь орла вот этого. Во! На, орел, получай. Ух ты, у него сколько много было вкусняшек. Так, на, гаденыш. Есть, убил его. Нифига, молодец, какой Эль Прима. Всех уничтожает, вообще круто. 10 кубков я получаю. Ранг пока 8. Играем снова. Давайте снова. Сегодня будем играть чисто за Эль Прима. Так, где я тут нахожусь? О, я в самой опе. Я в самой опе, ребята. Давайте быстренько подойдем. Сюда, в центр. Вот, вижу сундучки. Сейчас будем открывать. Долго я шел к вам. К сундучкам этим. Так, есть, один сундучок открыли. Так, тетечка там бегает. Так, тетечка, не надо мне стрелять. Я хороший. Да отстань ты от меня. Так, давайте здесь постоим. Опа, спасибо. Дурачки. Вон, воюете между собой, а я дальше пойду. Так, тетечка что-то меня полюбила стрелять, я так понял. На, о, вкусняшка. Иди нафиг от меня. Так, нет, от этого надо убегать. Этот съел вкусняшку. И стал сумасшедшим, ребята, сумасшедшим. Иди нафиг. Нет, убил меня все-таки. Что, ты его убили? Убил миньончик его. Че, надо было прям на меня бежать-то, ё-моё. Сейчас посмотрим, ребятушки, сколько я получу. 3 кубка. Ой, хорошо. Спасибо. Давайте играем снова. Угу. Эль Примчик, мой любимый. Давай. Сейчас я тебя прокачаю, подожди. Вон у нас есть сундучок. Так, там миньончик стоит. Так, динамайк, иди нафиг от меня. Давай, я тебя сейчас пощелкаю. Тихо. Один удар остался у меня. Ай-яй-яй, вонючка, бегай за мной. Так, подождем здесь. Нет. Против этого миньона я не хочу. Не хочу я против тебя играть. Иди вон, дерись пока с динамайком. Так, а что, все пооткрывали, что сундуки? Ни одного сундука не вижу. Нет ни одного сундука. Так, это за мной идет, смотри, дурачок. На, получи! На. Убил его. Хорошо. Он думал, против Эль Прима пойти куда-то. Но он глубоко ошибался, ребята. Ага. А ты что стоишь? На тебе. Сейчас я тебя щелкну. Давай, еще осталось немножечко тебя добить, и ты умрешь. Есть, убил я его. Так, Дэрил, иди нафиг. Где-то у меня здесь был. Подожди, а что это? Где мой сундук? А, вкусняшка. Сейчас мы постоим здесь немножечко, ребята. Подождем. О, миньончик умер. Так, а ну-ка, вкусняшки мои. А тебя я попробую щелкнуть. Да, к этого сейчас щелкнем. А-а-а! Да кто-нибудь, алло. Все, там была взрывчатка этого орла. Орел поставил взрывчатку. А-а-а, 7 кубков, тоже неплохо. Но орел мне... Немножко этот самый подсолил мне орел со своими бомбочками. Так, вижу сундучки. Давай я этот сразу возьму.
Тот мы еще вернемся на тот сундучок. Возьмем его. Главное этот забрать. Во, сколько сундуков. А туда мы вернемся за тем сундуком. Нормально все. Спешить не будем. Есть, спасибо. Так, все заняты открыванием сундуков. Мы открываем здесь сундук, забираем и уходим отсюда. У нас там стоит сундучок. Шелли, 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 Шелли. Иди нафиг, Шелли, давай я тебя защелкну быстренько. Давай, 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 иди сюда, я тебя щелкну, щелкну, щелкну. Да что ты такая не щелкающаяся? На, получи. Ух ты, она супер ударом своим. Но не получилось меня убить. Да, хорошо. У меня было здоровье больше, чем у нее. Она забрала мой сундук, ребята. Хитрюга. Вот так вот оставляешь сундук, думаешь, я потом его открою. А нифига. Вон, Шелли бегает. А нифига, здесь чаек много, которые хотят тоже открыть. Так, там ничего нету. Так, у нас куча бойцов. Почему у нас 6 бойцов еще? Так, все, я здесь спрятался. А-а-а! Вонючка, ты че, нифига ты стреляешь, алло. Ладно, я здесь подожду пока. На, я сейчас прыгну. Ё-моё, давайте, ах ты, смотри, что... Смотри, что творит вот этот гадёныш. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, шарик, шарик упустил. Шарик, это я знаю, что такое шарик. Нужно внимательно смотреть, куда шарик пойдет. Так, привет! А, ты тоже взяла, да, нафиг? Нафиг, отходим, отходим, отходим. Убегаем, ребята. Это нехорошо. Так, здесь у нас... Ах ты, вонючая. Вонючий этот самый. Так, иди нафиг. А, убила меня Шелли. Ну, понятно, у нее была вкусняшка. 7 кубков мы заработали. Тоже весьма неплохо. Ребята. А, боевые жетоны закончились. Да ё-моё, как так? Подожди, я хочу провести эксперимент. Если я возьму, например, бойца... Кого? Ну, например, Кольта. Жетоны появятся, интересно, или нет? Мне вот это интересно. Это на одном игроке заканчиваются жетоны или вообще в сессии? Кольтик, Кольтик, Кольтик. Вижу я баночку. Сейчас вот открою. Есть. Так, одна баночка есть, но это мало. Это мало, нужно нам еще баночек побольше. Так, ну там этот сам волшебник. Так, пока 10 бойцов у нас. Ё-моё. Давай вот этого я попробую щелкнуть. Тихо, 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 тихо. А, да ты... Вонючка, Дэрил, ты что там делаешь, а? Он меня взял, убил. Просто так. Я вообще не знаю. Ну, давай последим за этим Дамик. Дамик его зовут. Ну смотри, Дэрил какой прокачанный. Неплохо, неплохо. У него еще и суп. Он супу даже свою тратит на катание. Ага. Смотри, а медведь умирает, когда умирает Нита. Нита погибает, и погибает еще и ее медведь. Так, а Дэрил хитрый, смотри. Он взял вкусняшку и пошел охотиться. Ага, тут спряталась Нита. Давай, давай, Нита, убегай. Вкусняшку бери, Нита. А, не успела Нита взять вкусняшку. Ну все, этот хитрый, он там знает, где появляется вкусняшка постоянно. О! И он всех победил. Ну, такой вот герой. Так, минус 3 кубка, к сожалению. Нет, надо мне еще сыграть. Мне надо Кольту, чтобы не отнималось. Мне надо переиграть. Так, где я нахожусь? О, я в самом конце. В самой опе нахожусь. Так, этот дурачок бегает, стреляет. Иди нафиг, у тебя там... На, подожди, да нафига ты стреляешь? Зачем ты стреляешь? Вообще не туда, куда надо. Так, а ну-ка. Ладно, я здесь подожду. Ух ты. Смотри, какой дурачок, а. На. На, получи. Еще удар. Есть. Отомстил я ему, этому орлу. Такой же хитрющий, а. Так, и тебе я там... А-а-а, вонючий. Да что ты будешь делать? Он начал стрелять. Знаешь, куда? Он не во врага, а стреляет. Он стрелял в бочку. Да как так? Ладно, давайте последим за миньоном. Что миньон будет делать? А, он пошел в отравление. Ну, он сейчас его щелкнут. Все, ну он там попался.
Ой, миньон, дурачок. И вот этот дурачок, миньон, меня убил? Да как так? Да. Орел молодец. Орел ходит, бегает и всех стреляет. Хитрюга. Я скоро орла возьму, подожди, алло. Я сейчас в следующем ролике, ребятушки, давайте я буду брать орла. Буду открывать бочонки и заберу орла. Так что подписывайся на канал обязательно. Ставь лайк. Пиши комментарии. Так, ну у нас ноль. Ну, тоже неплохо. Передавай обязательно приветы. Ну что ж, всем пока, дорогие друзья. До новых встреч.